Заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области, член Общественной палаты России Владимир Виницкий подписал ряд соглашений с некоммерческими организациями о взаимодействии в ходе единого дня голосования на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Общественной палаты региона. За ходом выборов на Среднем Урале будут следить Свердловский региональное отделение Общероссийской общественной организации «Офицеры России», Союз комитетов солдатских матерей Свердловской области, Уральская ассоциация, Центр этноконфессиональных исследований, профилактики экстремизма и противодействия идеологии терроризма, Региональная общественная организация русской культуры и развития дружбы народов «Мое Отечество», а также поисковое движение России. Как отметил заместитель председателя Общественной палаты Свердловской области Владимир Виницкий, цитирую, что касается общественного наблюдения, то здесь по-прежнему действует программа подготовки наблюдателей «Золотой стандарт». Для того, чтобы выполнять возложенные законом функции, наблюдатель должен не просто присутствовать на избирательном участке, а хорошо разбираться в процедуре, потому что, к сожалению, бывают нарушения, и в зависимости от того, как наблюдатели отреагируют на них, зависит конечный результат. Конец цитаты. Напомним, что уже завтра, 17 февраля, стартует проект Inform Week. Представители участковых избирательных комиссий начнут поквартирный обход. Вся необходимая атрибутика уже находится на территории Новоуральского городского округа.